Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православных христиан празднует День Алексея. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память святителя Милетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексея Московского, митрополита Киевского и всея Руси Чудотворца, святителя Милетия Леонтовича, архиепископа Харьковского, преподобных Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского, преподобного Милетия и Сенийского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божьей Матери Ивеская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшему миру иной.